Сегодня на ужин у нас мяско с овощами. Брауни вот так кушает. Брауни уже пробовала такую еду. А вот эти малыши первый раз. Вот я смотрю, понравилось Нефертити. Давай, давай, милая, давай. Они еще особо из миски не понимают, как кушать. Ну вот мы уже начинаем. Алексиус. Вот Нефертити кушает мясо. Это сырое мясо с овощами. Это то мясо, которое я даю своим взрослым собакам, но просто мельче нарезала. Ой, молодец, Златанчик, Алексиус. Обожаю смотреть, как щенки кушают мяско. Я вижу в них хищников, настоящих таких хищников. И так интересно их реакция. Давай, Юлечка, давай. Давайте кушать, давайте. Они, правда, не голодны так особо, потому что они и пососали маму, и покушали корма. Но мы мяско давай тоже будем все равно пробовать. Где там кто золотой на меня смотрит? Сидит за этот кукленок настоящий. Алексиус, давай. Брауни любит мяско. Давай, моя милая. Давай, Нефертити, давай, давай. Давай будем пробовать. Вот так. Вот как мы кушаем. Мамочка, смотрите, как мы кушаем мяско. Вот так мы. Такие вот мы хищные собаки. Да, такие вот мы. Давай. Мы еще не особо умеем кушать из миски, но вот-вот скоро научимся. Мы вам обещаем. Златанчик тут рубает. Умничка. Ты моя девочка. Ой, мои умнички. Вот так. Мы учимся потихоньку. Взрослые покушали. И маленьким нужно дать. Это не фарш. Это мелко нарезанное мясо. Можно сказать, рубленное. Здесь говядина. Здесь черноморская килька. Вот. Здесь желудок говяжий. И здесь у нас, вспоминаю, легкое говяжье, вымя говяжье, здесь смесь такая большая, и овощи, морковь, кабачок. Здесь их сейчас не видно, но это то, что я делала заготовочки для взрослых. Только еще нарезала мельче, потому что там у нас покрупнее кусочки, да? Вот такие вот мои зайчики. Покушали, что ли? Вы не голодны? Но все же. Давай, давай, милая. Давай кушать. О, нет, не хотим. Давай, брауни. Давай, брауни, рубай. Юля, а ты что? Теряешься? Сейчас просто придут взрослые и быстро все. За секунду все умнут. Да, ты мой сладкий зайчик. А, меня увидели. Ну, привет. Ну, привет, сладкие. Вот так.